Меня зовут Слава Вакарчук, я музыкант из группы «Океан Эльзы». Это Украина, Запорожье. И сейчас мы находимся в палате реанимации, где наши врачи доблестно борются в буквальном смысле за жизнь деток, которые были ранены русскими ракетами, русскими осколками русской армии, просто за то, что они живут в независимой стране. У некоторых из них нет рук, ног. У некоторых потеряли всех родителей. Прямо сейчас им пытаются спасти жизнь. Я хочу, чтобы вы увидели это и остановили свою безумную власть. Вы можете сделать это. Не бойтесь, прекратите бояться. Выйдите на площади, посмотрите, что они делают с нашими детьми. Прямо сейчас. Я думаю, что я не буду больше ничего говорить. Тому, кто хочет понять и почувствовать, все ясно и так. Остановите войну.